Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании ACM, модель под номером 32031. Модель у нас учебно-боевого самолета Брюгер. Красивый красочный боксар, коробка спутного картона. Что у нас ждет в коробке? Снимки, инструкция. Декаль у нас выполнена на новой бумаге. Проблем с переводом, приклейкой уже этих декалей нет. Все отлично переводится, все отлично приклеивается. Далее у нас инструкция. Инструкция в виде журнала формата А4. Давайте сразу покажу номера цветов. Ну и теперь, так, первое у нас технические характеристики. Литники, сборка. Сборка самолета достаточно подробно показана, каждый шаг. Поэтому при сборке вам не доставят проблем, какие-либо затруднения. То есть каждый шаг все четко, все показано. Дальше. Каждый шаг, все, что, куда идет. Это очень хорошо. Готовая модель. Также здесь показана у нас расчалка. Куда и как крепится. Это красными линиями показано. Ну и наши варианты у нас даны. Три. Германия 39, Германия 37 и Германия 37 года. Ну и теперь наши спички. Давайте посмотрим. В наборе у нас два литника. На данном литнике присутствует большое количество мелких деталей. Шасси у нас сделано из двух половинок. Также у нас детализированный двигатель, хорошо сымитирован провис полотна. При окраске можно поиграть цветами и хорошо его выделить. Ну, что еще сказать, толкатель на внутренних частях элементов при краске, при сборке проблем не доставит. Круглая часть действительно круглая, толкателей, как я сказал, уже нет, стыка пресс-форм также нет. Далее еще один литник у нас уже. Фюзеляж крылья. Также скажу, что сымитирован провис полотна. То есть при окраске немного поиграйте оттенками, его можно будет прекрасно выделить. Толкатели на внутренних частях элемента. Каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружил. И литник с прозрачным пластиком. Здесь у нас получается остекление кабины и приборные панели. Кабинка у нас двойная, поэтому у нас два стекла и две приборные панели. Это у нас самолет учебно-боевой. Остекление прозрачное, но это особого значения не придаст, потому что у нас вообще эти самолеты не идут с открытыми кабинами. Поэтому тут и там будет все прекрасно видно. Вот, на этом хотел бы завершить данный обзор. Если вы увлекаетесь авиацией в 32-м масштабе, вы увлекаетесь, любите немецкую авиацию, то данный учебно-боевой самолет обязательно должен быть у вас в коллекции. Всем спасибо, всем пока!